такая область на 1000, на 1 200 000 населения должна иметь, на мой взгляд, свою кардиохирургическую службу обязательно. У вас на сегодня уже очень хорошие предпосылки создались в кардиодиспансере и в городской больнице, которая находится рядышком. Там создана замечательная служба эндоваскулярная, где делаются уже сотни инвазивных вмешательств при остром инфаркте. Ваша область в этом смысле лидирующая. Таких областей немного в Украине, где так налажено хорошо. У вас отлично налажена служба тромболизиса при острых инфарктах. Работают два центра по установке кардиостимуляторов. Может быть, не так много и не в достаточном количестве, но главное, что есть специалисты, которые это готовы делать. Нужно сконцентрироваться, собрать средства и сделать один хороший, мощный центр и собрать туда всех специалистов, которые в этой области сегодня работают. Тогда это можно уже сделать буквально в этом, в следующем году, запустить такой центр. Мы, несомненно, поможем со стороны Министерства здравоохранения, потому что каждый год мы наращиваем количество расходных материалов, которые передаем в область, в том числе и в Ивано-Франковскую.